Комплексные учения по ликвидации нефтеразлива прошли на Приобском месторождении. Нефтяники в очередной раз подтвердили, они готовы оперативно и грамотно реагировать на чрезвычайные ситуации. По легенде учений, на месторождении разрушился резервуар, что привело к разливу нефти. Специалисты «Газпромнефть Хантаса» и подрядных организаций, пожарные и медики действовали слаженно и быстро. Всего в учениях задействовали около 70 человек. Сложное, хоть и условное происшествие, и его последствия полностью устранили всего за 3 часа. Такие тренировки на предприятии проводятся регулярно. Они помогают отточить навыки ликвидации ЧС и в целом повысить экологическую и производственную безопасность на предприятии. Такие учения будут проводить теперь эксплуатирующие организации раз в 3 года. Отрабатывать не только действия профессиональных или нештатных аварийно-спасательных формирований, а полностью и оповещение персонала предприятия непосредственно о происшедшей чрезвычайной ситуации, о том, что необходимо покинуть зону чрезвычайной ситуации. Говорить о тех учениях, которые прошли сегодня, то действия были персонала достаточно слаженные, все отработали на высоком уровне.